Всем привет. Всем привет, ребята. Сегодня уже на Рехтинском, на первой заводе. Кирюха сейчас он достал недосорогу. Кирюха, отпускай ее. Пусть живет. Мелкая. Покажи-ка. Вон она, мелкая. Ну, пусть живет. Вырастет. Но окуни начали клевать. И ерши да, нас вот опять ерши одолели. Но опять короли клюют. Так что будем ждать. Но мы приехали сегодня около 3 уже. Так что посидим еще, подождем. Может, что-нибудь будет посерьезнее. Потом еще дополнительно снимем видос. Ну что, от нуля мы ушли. В принципе. Хороший какой-то. Хороший. Здоровые кабанчики. Сколько там, Кирюха, окуней-то? Штуки 3? 4, 5. И собаки мы еще скормили 5 штук. Так что есть рыбка. Опять кошки соседские будут довольны. Смотри. Да, Кирюх? А, в принципе, есть. Рыбка. Ладно. Зуд сняли рыбацкий. Все, погнали домой. Да кого? 300 грамм. Ну все, мы поехали. Море уже рядом. Все, после себя все почистили. Вся последняя рыбки выходит. А там около острова, да? Все, мы завершаем. Всем не хватает швей, пока.